Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас здесь, в самом центре Евразии, в жемчужине Зависимого Алатау, в городе Алматы. Мы рады видеть вас здесь, на стейр-дауне, на взвешивании, на дуэли взглядов, которые предваряют завтрашний уникальный турнир, который проводится совместно с ведущим промоушеном Казахстана Алаш Прайд и Международной лигой Open Fighting Championship, и посвящен завтрашний турнир десятилетию ведущего промоушена Казахстана Алаш Прайд, а также грядущему юбилею 30-летию независимости Республики Казахстан. Дорогие друзья, добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Алматы! Дорогие друзья, в самом начале я прочитал четверостишие, которое было создано 10 лет назад. Я проводил тогда первый турнир «Алаш Прайд». Это стихотворение по моему заказу написал казахский поэт Абай Ескендиров. И с тех пор это четверостишие стало моей фишкой, которой я начинаю не только международную матч ФИФА, УЕФА, чемпионаты мира по боксу и борьбе, но главное – это ММА, это «Алаш Прайд». Дорогие друзья, не будем тянуть, и мы начинаем церемонию взвешивания. Стейр-даун, а также дуэль взглядов. Еще раз хочу вас поприветствовать здесь, в Алматы. Дорогие друзья, добро пожаловать в гостеприимный Казахстан! И для проведения церемонии взвешивания и церемонии стейр-даун я хочу пригласить сюда главных организаторов завтрашнего турнира. Кожмет Бекарсалыңыздар, еліміздің тұңғыш топтық промоушен, Алаш Прайдтың негізгі қалаушы президенті. Кожмет Бекарсалыңыздар, Данияр Асқарау Мырза. Дамы и господа, с большой радостью и гордостью приглашаю сюда нашего гостя, главного партнера казахстанского ММА, президент Международной лиги Open Fighting Championship Александр Гурьянов. Кошмет Агаев. Также приглашаем для церемонии взвешивания наших еще организаторов и руководителей президент клуба Алаш Прайд Шымкент Алимжан Бектаев. Кошмет Агаев. Және де Алаш Прайд Түркістан клубының президенті Мұрат Аханов мырза. Уважаемые дамы и господа, құрметті ханымдар мен мырзалар, енді бастаймыз. Бірінші жұпта ертең октагонға шығатын жонглерлерді шақырамыз. Дорогие друзья, мы приглашаем бойцов, которые завтра выйдут в октагон в первой паре. Итак, прилимы к прыжка в синий угол. Приглашаем бойца из Узбекистана, Лохетин Тунгонов. Еду екіде 100 грамм салмағы, ал енді қымбатты жерлестер отандастар. Құжмет пен бауырымызды қарсаныңыздар, Дүйсенбек Бекзат Алматының барысы. Әдеттегідей көз түйістіру, дуэль взглядов, дуэль взглядов, дуэль характеров. А кто сильнее, мы узнаем завтра. И мы приглашаем бойцов, которые выступят завтра во второй паре. Көкбұрышқа, синий угол. Боец из Кыргызстана. Азатбек Кочоров. Қошаметпен қарсы алыңыздар, Қазақстан
Раздуй Орлана, Ержан Шаполов. Орал 57 келе салмақ дәрежесі. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Азатбек Кучоров, Қырғызстан. Ержан Шаполов, Қазақстан. Бәрекелді сәттілік тілейміз. Ал енді ертең октагонға үшінші жұпта шығатын жауынгерлер шығамыз. А теперь приглашаем бойцов, которые завтра выступят в третьей паре. Синий угол, көк бұрыш, Қырғыз елінен келген жауынгер Құштарбек Амербек Улу Лонар. Ол 71 келе салмақ дәрежесі. Ал енді Өзбекстаннан оның қарсыласын шақырамыз. Дамы и господа, приглашаем бойца из Узбекистана Жахонгир Расулов. Құштарбек Әмірбекұлы Конор, Қырғызстан. Және Жахонгир Расулов, Өзбекстан. Ал енді ертең прелимдегі төртінші жұпта шығатын жауынгерлер шығарамыз. Приглашаем бойцов, которые выступят завтра в четвертой паре. Синий угол. Ласкаво просимо, украинская Лара Крофт, Зоя Литвиненко. Пожелаем гости. И приглашаем ее несгибаемую соперницу из Узбекистана. Хоши Исо, азиатская тигрица Комалутдинова. Бұл 70 келеге дейін салмақ дәрежесі. Көз түйістіру әлемі. Face to face. Сила характера против силы воли. Зоя Литвиненко, Украина. Хоши Исо Комалутдинова. Азиатская тигрица, Узбекистан. Сабар, ертең! Наши амазонки, дамы и господа, давайте поприветствуем этих бесстрашных амазонок. Зоя Литвиненко, Украина, и Хоченесо Кумалдинова, Узбекистан. Ал енді тұпатылыстан ертең. Титулдық жекпе-жектердегі жауынгерлерді бастаймыз. Дамы и господа, а теперь мы начинаем церемонию завершения. Церемония соревнований и дуэль взглядов бойцов, которые завтра будут оспаривать этот замечательный пояс. И мы приглашаем в синий угол боец, представляющий Россию и Армению, Эдуард Грозненский. Арустамян! Вес Эдуарда 84 килограмма и 100 граммов. И приглашаем его соперника. Также боец с несгибаемой волей, представляющий Узбекистан, Нурсултан Блэк Русибоев! Дуэль взглядов
это не просто турин, это противостояние характеров, силы воли и воли к победе. Эдуард Арустамян Грозненский против Нурсултана Блэк Русибоева. Кто сильнее, узнаем завтра. Напомню, это пояс Open Fighting Championship. Бой за титул чемпиона по версии Open AFC. Ал енді ертеңгі кеште октагонға. Титулға шығатын, жұдырықтасатын, белдесетін, төбелесетін жонгерлерді шақырамыз. Әзірге приглашаем бойцов, которые будут завтра биться за титул чемпиона. Специальный пояс от компании 1xbet Казахстан. Титул чемпиона. И один из этих бойцов получит премию от 1xbet в размере 1 миллиона тенге. И мы приглашаем в синий угол Көкпұрышқа Ресей. Ресейден келген жауынгер. Приглашаем бойца из России. Амин Касимов. Вес Амина Касимова 66 килограммов и 300 грамм. И приглашаем его соперника Ардахтага Инкошевитбек Арсановиса и еліміздің батыра Арлана Жолбарыса Асхат Акимов. Қошын айта қалет, қазір келдің батыра. Вес обоих бойцов 66 килограммов и 300 граммов. Дамы и господа, напомню, что это титульный бой за специальный пояс от спонсора мероприятия компании 1xbet Казахстан. И специальная денежная премия одному из этих бойцов завтра 1 миллион тенге возьмет или Амин Касимов, или Асхат Акимов. Друзья, давайте поприветствуем, дайте энергии. Енді ертеңгі үшінші титулдық жұпта K1 ережелері бойынша өтетін болады. Балықтарымызға есімде бар. Осы биыл көктемде қасиетті Түркістан қаласында өткен жекпе-жекте біздің түрік бауырымыз жеңіп осы белбеуді елме алып кеткен болатын. Ал енді ертең осы Алматыда матч реванш K1 жобасы. Қошеметпен қарсаңыздар, синий угол Көкпұрышта Ахмет Килич Түркия. Енді қошеметпен қарсаңыздар, еліміздің арыстаны Ғалымжан Батыр Қанаев. Екі жауынгердің салмағы 81 келеді 500 грамм. Қошеметпен қарсаңыздар, Ахмет Килич Түркия және Ғалымжан Батыр Қанаев Қазақстан. Қош келдіңдер батырлар. Енді Open Fighting Championship тұжырымы бойынша жеңіл салмақтағы
Уокетша, чемпион Бельбюгия Толосатан Жонгерда Шабранс. А теперь приглашаем бойцов, которые будут биться за титул временного чемпиона мира в легком весе по версии Open Fighting Championship. И мы приглашаем Сергея Улу, боец из Узбекистана, Башрак Джон, Блэк Джуниор, Русибет. И приглашаем еще одного соискателя на этот временный пояс чемпиона, который представляет Российскую Федерацию, Владимир Канунников. Дуэль взглядов, складка характера, противостояние двух бойцовских сердец. Кто победит? Кто станет обладателем этого пояса? Мы узнаем завтра на Алматы-арене. Напомню, начало 18:00. Пожалеем. Башрак Джон, Блэк Джуниор Русибоев и Владимир Канунников. Друзья, давайте поприветствуем бойцов. Дайте энергии! Ну и, дамы и господа, ведущая лига Казахстана Алаш Прайд, международная лига Open Fighting Championship представляют бой за временный титул чемпиона мира в легком весе по версии Алаш Прайд. Мы приглашаем бойца, который будет завтра биться в синем углу. Он представляет Армению. Артур Малхазян! Мы приглашаем еще одного кандидата и соискатели на этот пояс. О, легенда. Человек, который познал множество побед, знает формулу успеха в октагоне. Один из ведущих и топовых бойцов Казахстана. Кошеметпен Арсланистан Эдель Буранбаев, Казак Ельмин Батыра. Екі жыл бетінде салмағы 70 келеде 600 грамм. Вес обоих бойцов одинаковый. 70 килограммов и 600 граммов. Есть хоккей, есть футбол, а есть бойцовское братство. Дамы и господа, давайте еще раз поприветствуем Артур Малхазян, Армения, и Ади Буранбаев, Казахстан. А я напоминаю, что генеральным партнером ведущей лиги Алаш Прайд является компания 1xBet Казахстан. 1xBet Казахстан – спонсор спортивных эмоций. Дорогие друзья, спасибо большое.